Если вы решили получить демо-версию другой платформе Dust Trader Pro и поюзать ее, то в этом видео мы покажем вам, как это делается. Итак, заходим на сайт ProfitMania.org, заходим в торговые платформы Dust Trader Pro, демо-версия Dust на 7 дней. Сразу же предупреждаю, что демо-версия дается абсолютно бесплатно, но дается она на 7 дней, на один email. Соответственно, после того, как у вас 7 дней пройдет, нужно будет регистрировать то же самое, все эти же шаги проходить на другого email. Так до бесконечности. Итак, для этого что нам нужно? Нам нужно получить, собственно говоря, доступ к демо-счету. Для этого заходим на официальный сайт производителя программы DustTrader.com. Жмем на эту кнопку и попадаем вот, собственно говоря, на сайт DustTrader.com. Здесь есть такая скрытая интересная информация. Нажимаем сюда вот на Get Real Time Quotes. И вбиваем сюда, собственно говоря, свои данные. Username — это то, под каким логином вы будете заходить, придумайте сами. Пароль тоже придумайте сами. Укажите ваш email, телефон, не обязательно реальный. И email тоже реальный, на который придет, собственно говоря, подтверждение. После того, как вы введете эту информацию, нажмите Submit. И она пойдет уже на сайт DustTrader. Собственно говоря, здесь вот описано то же самое, эта процедура. Потом вы получите на свой электронный адрес, который указали вот здесь в email, да, поле email, вы получите активационное письмо с активационной, собственно говоря, ссылкой. Да. Вот она будет такая. Можно нажать на Active Trial или же на вот эту ссылочку для активации вашего триала. После того, как вы это дело подтвердите, ваш демо-счет будет действителен, и вы сможете зайти под своим логином и паролем, который сами здесь вот придумали. Вопрос, куда зайти? Надо, конечно, скачать саму программу. Здесь у нас есть ссылка. Скачайте инсталляционный файл DustTrader Pro. Качаете и после чего уже запускаете ее со своим логином и паролем. Все должно работать. Также мы рекомендуем посетить нашу страничку, которая касается настроек, где стоят настройки HotKeys. Сейчас я покажу. Здесь есть настройки. Инструкция пользователя, к сожалению, англоязычная. Здесь есть файл hotkey. Причем hotkey как тот, который есть изначально с программой, так и тот, который мы рекомендуем свой с определенными настройками. Вот, также есть мануал по работе с hotkey, как работать с ним. И есть несколько шаблонов, которые уже записаны мною. Так, для начала, чтобы вы могли, в принципе, какие-то шаблоны базовые уже загрузить отсюда. Также вы знаете, что видео находится у нас на сайте. Достаточно большое количество видео, как записанное мной лично, так и видео с других источников платформы DustTrader Pro. И вот, пожалуйста, весь перечень видеороликов, которые посвящены работе с этой платформой.